На всех 37 избирательных участках Каратальского района с раннего утра многолюдно. Каждый житель пришел, чтобы выявить свою гражданскую позицию. Причем рано утром пришли не только пенсионеры, но и молодежь. На избирательном участке 443 города Уштоби с 7 утра выстроилась очередь. И это несмотря на то, что двери школы только откроются. В числе первых избирателей Грета Ким, студентка второго курса политехнического колледжа, впервые принимает участие в выборах и потому сильно волнуется. Я проживаю на родине Казахстан, и на голосованиях я впервые. И этим я горжусь и очень рада, не ожидала такого приема. Я хочу, чтобы каждый житель Казахстана участвовал в выборах, так как каждый голос очень важен для нас. И я верю в процветание своей родины. К слову, только в городе Уштоби 13 избирательных участков, где более 12 тысяч голосующих. Среди активных избирателей учительница с 12-летним стажем Екатерина Тян. Как и многие каратальцы, она поспешила сделать свой выбор с утра. Сегодняшний выбор депутатов Мажилис имеет очень важное значение для нашей страны. Поэтому каждый казахстанец, я думаю, должен исполнить свой гражданский долг. Как учитель, я думаю, что выбранные депутаты найдут новые пути и решения выхода из экономического кризиса и выполнят наказ нашего президента 100 шагов. В целом по Каратальскому району 37 избирательных участков и около 24 тысяч голосующих. По данным избирательной комиссии, к 8 часам утра в районе уже проголосовали 2700 человек. Стоит добавить, жителям отдаленных сел были предоставлены автобусы и газели для поездки на избирательные участки. Да, впервые келдик. Новая кушемыз. Небывалой активностью с самого утра отличились и жители Коксусского района, где 36 избирательных участков. Уже к обеду более 50% голосующих сделали свой выбор. К примеру, только на избирательном участке 525 с утра проголосовали около 900 человек. В нашем избирательном участке зарегистрировано 1824 человек. Из них желание проголосовать дома выразили более 40 голосующих. С 7 утра много людей. И, как видите, голосование идет активно. Хочу добавить, что по нашему участку 5 человек приняли впервые участие в выборах. Добавим, что в Коксусском районе один закрытый избирательный участок на базе центральной больницы. 55 голосующих сделали свой выбор. Асем Кащегулова, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ.